Волейболистки «Амички» не смогли пробиться во второй раунд Лиги чемпионов. В заключительном матче группового этапа наши волейболистки на своей площадке проиграли турецкому «Эрзерджибаши» 1-3. Некоторое время спасительным маячком для наших волейболисток оставался этот один сет, выигранный омскими кошками. Бал давал надежду пройти дальше за счет разности партий. Но все перечеркнуло гостевое поражение казанского «Динамо» от нехватающей звезд с неба чешской команды «Агел» из города Простейов со счетом 1-3. Играть в Лиге чемпионов продолжат чешские волейболистки. Ну а наша команда перемещается во второй по рангу европейский турнир «Кубок ЕКВ». Кто будет следующим соперником, «Амички» узнают в ближайшее время. Я не могу сказать, что я разочарован нашими результатами. Мы играли в группе с сильными соперниками. Конечно, я расстроен тем, что мы потеряли сегодня. Это всегда трудно играть два матча подряд на этом уровне в течение одной недели. Игроки очень устали. Нашей игре не хватало последовательности, и мы допустили ошибки.